Студия «Позитив» и Санкт-Петербургский промышленно-строительный банк представляют. Илья Олейников и Юрий Стоянов в программе «Городок». Ну вот, дамы и господа, пришло в наш городок лето. Видите, мы в таких вот коротких рубашечках сидим. Не в коротких рубашечках, а с короткими рукавчиками рубашечками. Ну, с короткими рукавчиками. Я вот таким вот элегантным веерочком обмахиваюсь. Между прочим, $150 веерочек. Стоит? Да. Лучше бы ты обмахивался $150. Этого все равно никто не увидит. Вот этого всего. Да почему не увидит? Потому что в праздники, в выходные, в этот мертвый сезон, когда все на дачах и на огородах, никто не смотрит телевизор. А мы чего здесь сидим? Ну, как, она нам положено формально там. Это все. Нет, уж лучше формально отдыхать, чем формально вот так вот здесь сидеть. Поехали. Куда? Ну, куда и все? Куда? На даче. На даче? Куда? В пригородах. В пригородах? Поехали. Городка нашего пригородок. Ты что-то зенки вылупил, а? Вы ждете электричку? Ну ждите, не надо ко мне приставать только. Да нет, вы меня не так поняли. Мы просто с вами знакомы. Вы меня не узнаете? Не узнаю. Ну мы соседи с вами по дачам. Вот мой огород, а вот ваш огород. Соседи по огородам. Ну повернитесь. Зачем? Ну повернитесь, пожалуйста. Пожалуйста. А ну наклонитесь. Ну-ка еще ниже. Нет, ниже, ниже, до земли. Боже мой, Николай Иванович. Извините, ради бога, я вас в лицо-то не признала. Иди сюда! Рыбка моя, ты замечательно в труде. Мне ты мыл. У соседа. Что вы там делали? Играли. Ну что мы играли? Шахматы. Не надо. Ну не надо. Ну, все, все. Почему от тебя пахнет водкой? Я не понял. А чем от меня должно пахнуть? Шахматами? Ты сделал? Нет. У меня тоже ломает спускаться. О, мужик, слушай, соедини эти два провода, а? Да не бойся ты, нормально соединяй, к чему-то. Давай. Вот ты, профессор. Я же тебе говорил, что провод под напряжением. А ты ноль, ноль! Кар-кар! Россияне, мы уходим на дно вместе с вашими вкладами. АО «Атлантида». Иннокентий Иванович! Да. Можно вас на минуточку? Ага. Зараза! Ну что, Иннокентий Иванович, положил черепица? Какая черепица, хозяин? Я принял вчера слегка. Дай выходной, не могу работать, ну, не могу. Почему? Ну, трясунчик у меня, ну. Ручки трясутся, ну. Ну, это, Иннокентий Иванович, дело поправимое. На тебе, Иннокентий Иванович, сито. Зачем мне сито? Будешь песочек просеивать.
Не-а. Не получится. Ничего не получится. Чего не получится-то? Пока они не лягут, ничего у них не получится. Слышь ты, дачник, и ты здесь оживешь? Ну, допустим, а что? А тебя Феликс зовут? Ну, допустим, ну а что? Слушай, Феликс, а это не ты с Наташкой, то толстый такой, гуляешь? Ну, допустим, а что, что? А то, Феликс, что драться будем. Да не буду я с вами драться. Почему? Почему? Вас четверо, а я один не по-мужски, это не буду я с вами драться, и все. Значит, так, Феликс. Андрюха и Юрчик будут с тобой. Витек будет со мной. А драться, Феликс, надо. Понял? Получается! Хороший панк, устойчивый панк. Московский городской панк! Сказки нашего городка. Тьфу, пригородка. Значит, жил да был в пригородке нашего городка один великий шутник. Были у этого шутника ученики, которые знали, что мастер хранит страшную тайну шутки. И никогда никому не раскрывал этого секрета. И вот однажды настала пора этому мастеру умирать. И тогда он решил передать главный секрет шутки своему лучшему ученику. Ну, этот ученик обрадовался, приходит к этому умирающему, прислонился ухом к его губам, и мастер что-то тихо прошептал. А? Переспросил ученик. Ответил мастер. И умер. Вот такая сказка. У одной девочки была кофточка. И как папа наденет на девочку эту кофточку, и кофточка начинала ее душить. И душит кофточку. Но она пожаловалась папе, а папа добрый был. Папа купил ей новую кофточку, она сразу веселая стала. Нельзя в одной кофточке 10 лет ходить, да? Ну так. Однажды в помещении Московского городского банка ворвались трое грабителей. Первый размахивал пистолетом и требовал денег. Второй нецензурно ругался и сплевывал на пол. А третий пел,
танцевал, читал детские стихи, рассказывал анекдоты. Живой такой, веселый, умница. Московскому городскому банку он наиболее симпатичен. Владельцам шести соток посвящается эта песня. Если ты, чувак, переглотался колес, с тёлкой ломовой накувыркался до слез, если с бодуна ты, как сахатый свиреп, послушай наш садово-огородный рэп. Если же не вкать тебе чернуху толочь, если ты по жизни оттянуться не прочь, ставь полный рост среди картошки и реп, слушай наш садово-огородный рэп. Сад, сэй, сад, ага-га-га, огород. Сад, сэй, сад, ага-га, огород. Сад, сэй, сад, ага-га, огород. О, ес! А мы крутые парни новой жизни оплот, на груди ботва, на плечах корнеплод, чтобы нас на рынке не заел живоглот, мы сеять и пахать готовы круглый год. Если ты в натуре не козел и бревно, грядки поливай и удобряй заодно, даже раздолбай, раскусили давно, лучше удобрения не найти, чем навоз. Са-са-са-са-са, а-га-га-га, огород. Са-са-са-са-са, а-га-га-га, огород. Са-са-са-са-са, а-га-га-га, огород. Сам не лажай, фраеров не бойся и себя уважай. Осенью ты классный соберешь урожай. Вот он твой, ты понял, огородный рай. Негр любит киви, любит рис самурай. И ты в порядке полном, если полон сарай. Хочешь продавай, а хочешь сам выжирай. Вот он твой садово-огородный рай. Огород, 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 огород. Санкт-Петербургский промышленно-строительный банк, спонсор программы «Городок». Мультяшки нашего городка. Фу, пригородка. Слон и комар. Кто здесь? Ну кто здесь? Слышь ты, ущасы, а где слониха, дома? Нет. Ну ладно, ну передай, что Жорик залетал. Ой. По всей стране сотни молодых людей ищут для себя хороший порошок. Один из них – Михаил Отвязанных, бездетный домохозяин. Скажите, Миша, а вы поменяете ваш порошок на две пачки обычного? Нет! Почему? Потому что мой порошок очищенный! Итак, вы выбираете... Я выбираю чистый кайф! Чистота – чисто кайф. Продукция компании «Проклятка Гэмбл». Mm-hmm.
хлопцы. Здравия желаю! Товарищ генерал! Вот жара, да? Ну как там стройка моя идет, а? Товарищ генерал, что это значит? 300 объекта дача идет полным ходом. Кирпич получили. Завтра начнем фундамент класть. Устали страшно. Ну, молодцы, хлопцы, молодцы. А у меня сегодня радость. Можете меня поздравить. Сегодня жена моя молодая родила мне тройню, понимаешь? Тройню! Ну так ведь... Радостно, радостно, товарищ генерал! Папа, идиот! Ну что, чучело, где эта твоя дача, которую ты купить собираешься? Ну, что, вот она, на том берегу дача, вот она, ну. Ну как мы туда пойдем? Где лодка? Да какая лодка? Тут 100 метров иди-то. И вот такая глубина мелкая. На, пошли. Не плачь. А где сыночек? Да не бойся, да я его за руку держу. Ага. Сегодняшний прикол про то, как Саша Ключев, наш приятель, живущий в пригородке, не ночевал дома. И про мужскую солидарность. Ну подойди на секунду. Ты можешь помочь в одном деле? Меня жена, здесь рядом я живу, но сегодня не ночевал дома. Помочь мне как-то отмазаться или что-то там. Тань! Здравствуйте. Здравствуйте. Вот приехали. Где? Вчера запись была ночная. Немножко не ругайте, Саша. Да? Ну, у меня, короче говоря, остались. Угу. А что делали? Ну что, немножко переспали и все. Переспали и все, да? А ночью что мы делали? А ночью что вы делали? Пели. Ну, поняли, немножко мы порепетировали. Чуть-чуть. Порепетировали? Пожалуйста, а где же вы поете, милые мои, а? Ну, где? Же вы поете? Ночью была запись, Тань. Да что ты говоришь, ночью запись была. Широка страна моя родная. Да, хорошо, здорово. Какие молодцы-то, а? Здорово. А бабы были? Какие бабы? Хоровички. Ну нет, все было нормально, если честно. Честно было, да? Нет, все нормально. И тебе тоже достанет, и тебе тоже достанет, я сказала. Ну, ты понял, что я сказала или нет? Коровики несчастные. Я не понимаю, что случилось страшно? Ну, порепетируйте, пожалуйста, так а? Так нет. Спели. Ну, давай споем. Спели. Да нет, ну при чем тут песня? Ну, спели, да? Громче, ну, подождите. Ну, правильно, попойте, попойте, а я послушаю. Да нет, ну зачем ты перестал? Ну, второго голоса-то я не слышу. Ну, мне надо же, студия, зачем? Ну, что мы будем? Мы определенные вещи делаем, а это уже, извини меня, уличный дюйм. Витя, я ведь не шучу, милый мой, я по-настоящему сейчас, как кульну. А зачем? И птичка, знаете, не воробей. Пуль не воробей. Пульки вынул. Нет, а слушайте, а зачем это? Как зачем? Не так. Ну, вот зачем? А вот так давайте мирно разойдемся, да? Нет, так я говорю, а для чего это ружья? А может пулемет останется? Есть и пулемет, у нас все есть в нашем доме. Ну, интересно, конечно. Мне врач Саша говорил, что, говорит, вы интересная женщина. Правда? Ну, перестаньте только без этих самых делов. Ну, что это такое? Я просто не люблю, когда женщина, так сказать, очень эмоциональна в этом смысле. Здравствуйте, Таня. Вот Володя, мой приятель. Да. Вместе приятный, Монголии такой. Служили. Да, в Монголии служили. Что вы говорите? Где служили? В Монголии. Не слышу, где? Друзья, как в Монголии вместе Монголии служили. Да, он в армии никогда у меня не служил. Как понимаете? Ты? А вот так. Вот уже врешь. Вот уже врешь, уже забыл, да? Ну, а чем вы занимаетесь, Володя? Я чем занимаюсь? Да. Вообще-то я пенсионер в отставке, самый военный. Угу, ну вот так вот, Таня. Ну хорошо. Ну, блин, ты же меня знаешь. Таня, Таня! Ружье заряженное. Убери! Я сказала, ружье заряженное. Вот ОСПМ, ну и что? Ничего, ружье заряженное, ну, ради бога. Я пульки-то вынул. Ну, что пульки вынул? Вынул пульки. Танюша, ну давай, ну. О, Господи, вот неужели вам так хочется типа, меня совершенно никчемного человека вот, застрелить сегодня? Вот, непонятно. Ну вот мы коллеги вместе бегаем. Бегали, да? Ну, на какие же дистанции вы бегаете? Сегодня ночь. Всю ночь? Да. Какие молодцы, надо же. Бабы были?
Какие бабы? Какие? Откуда? Не было баб. Серьезно? Снимите очки, покажите. Посмотрите мне. Только честно в глаза. Ну-ка, вот, пожалуйста. Только честно в глаза посмотрите. Да, как куда же я могу еще смотреть? Ага, в глаза посмотрите, честно. Ну, только посмотрю. А ты мне посмотри честно в глаза. Танюша, пробегите. Как на духу? Так, пробегите, покажите, каким бегом ты бегали-то? Трусой. Трусой. Как здорово, трусой бегали. Покажите, Коль, ну-ка, Коль, покажите, Коль, бег на месте. Бег Оля, на месте, начинается, бег на месте, молодцы. И хорошо, хорошо, так, пошел, пошел. А ноги-то поднимать надо? А я что делаю? Покажите, я не вижу. Какое наказание? Значит, что же вы, Коля, мне, ну, прямо врете, врете, стоите и врете, прям, ну, я не могу, ну, прям. Боже мой. Ну, посмотрите, ну, честно, Христом Богом. Ну, я мусульманин, если. Ну, молитесь, просто, ну, ладно. Молитесь. Ну, перекрестись. Ну, что же это такое? Ну, сейчас... прямо нету слов. Ну, просто, ну, нету слов. Я снимала скрытая камера, программа «Городок». Ну, и хорошо. Виктор, мы вас поздравляем. Вы снялись в прекрасной передаче «Городок». Посмотрите, пожалуйста, на что камера. Вас сегодня снимали в скрытой камере в программе «Городок». Серьезно? Санкт-Петербургский промышленно-строительный банк – спонсор программы «Городок». И это не прикол. Ну, вот и все. Почему все? В заключении несколько наставлений садоводам и огородникам. Наставление первое. Если ваша яблонька разродилась ананасом, значит, вы где-то там не доглядели за ним. И наставление второе. Если долго и настойчиво ухаживать за огородом, он обязательно согласится. Счастливой вам пахоты, дамы и господа. Ну, здравствуй, мальчик. Здравствуйте. Ты местный? Деревенских мы. А как тебя зовут? Юра. А вас? Меня Илья. А как ты учишься? Это хорошо, это молодец. А старшим помогаешь? А как? Понятно. А с кем ты живешь? Да так, с одной. Ах, как хочется вернуться, ах, как хочется ворваться в городок. На нашу улицу в три дома, где все просто и знакомо на денек, где без спроса входят гости, где нет зависти, нет злости, милый дом, где рождение справляют и навеки провожают. Yeah.